Утром 22 марта ВСУ атаковали с ПТРК «Конкурс» российский катер «Раптор», который блокировал Мариуполь с моря. Несмотря на попадание, катер остался на плаву и был направлен на ремонт в Ейск. Ранения получили двое моряков. Тревожная обстановка наблюдается в Одессе. На одесских пляжах периодически взрываются мины, которые ВСУ поставили для отражения российского морского десанта. Также существует угроза для всех судов, которые ходят в Черном море, так как плавающие мины курсируют вдоль побережья за пределами морских границ Украины. Однако минные постановки не всегда проходят безнаказанно для украинского морского флота. Так, ночью 22 марта фрегат «Адмирал Макаров» зенитной ракетой нанес удар по военному судну Украины, которое ставило мины в районе поселка Ильичевск, находящегося в 30 километрах к югу от Одессы. Удар был сильным, но не смертельным, и украинское судно на полном ходу выбросилось на берег.